Не, у нас типа те чуваки, которые с самого начала. У нас, знаешь, у нас больше типа людей отлетает там за всякие проебы, типа, но, соответственно, так как я типа создатель, я постоянно говна хапаю. То есть бывает иногда, когда я там, типа, да, какую-то хуйню несу и сам не осознаю, то потом приходится извиняться, и я типа это сделал в прошлый раз. А, но такое чаще всего, кстати, происходит. А так бывает, что иногда, типа, склад такой, бля, вот там чел. Ну, у вас Санта-Барбара прям. Да, чел, то есть, блядь, элементарно, да, ты приходишь такой, блядь, со свежей головой, да, ебучий. И ты, бам, какие-то новости. Кто-то там на кого-то, блядь, обиделся. Еще что-то. Ты такой смешный, ёб твою мать, блядь. Ребята, нахуй, почему нельзя жить в спокойствии и мире? А так неинтересно, так неинтересно. Это прикинь, в одном складе сколько человек, а в другом нет, сколько у нас человек. Есть один кадр, который вот просто, вот, блядь, набухается и вообще все забывает, нахуй, в жизни, блядь. Все вообще. Ну, типа, ну, это как минимум некрасиво. И скидку на это тоже давать не надо, я считаю. Три годика хай. Типа, прикинь, если бы во всех судах такой, о, блядь, там, типа, ну как, кое-кто, да, типа, сбил кого-то там. Такой, а, да он, блядь, это, под наркотиками был, блядь. А, так полностью оправдан, блядь, чего, это ж так не работает. Не, надо 8 лет давать, 8 лет, уходит из сквада и садится на... Ты это жестко, Алло, ты чё? Зато прикинь, просто как, видишь, как я... дружный коллектив, дружнейший. Сложно выстроить. Вы с сквадом, у вас только мальчики в скваде? Нет, у нас девочки. Нет? Есть, да. И девочки есть. Вот вам нужно в баню начать ходить. Всем вместе. Ну, в этом, там, в купальниках, в плавках. У вас будет более дружный коллектив. Вот мы каждую неделю ходим в баню. И это прям отличный способ расслабиться. И... Но в вашем случае еще будет отличным способом вот таких... кадров, как ты выразился. Да я, знаешь, в бане уже был, ну, раза 4 как минимум. Мне типа эта баня... Меня баня заебала, в принципе. Я тебе так скажу. Ты в плохие бане, значит. Ну, ты будешь... Ну, да, я был на твичевской бане, очень классная, кстати. Никому не советую туда, блядь, приходить, это пиздец. Сука, я месяц с хуем сидел. Почему 4 раза тебя кидали в бан? Ну, первый запиздёж, типа, я его осознал. И у меня потом отсидка была, понял? Я такой, ух ты, на следующий день меня разбанят. Запиздёж, в смысле, ты что-то не то говорил? Ну да, 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 ну я там девочку оскорбил, типа, я извинился перед ней, типа, услышал, что оказывается она не такая плохая, как я думал, блядь. И, в общем, что, отсиживал, бан у меня был за какую-то хуйню, я не помню уже сейчас первый. И я такой, у меня следующий день разбан, такой, думаю, ух, классно, сейчас, типа, стрим подрублю. Мне нахуй письмо приходит, блядь, о том, что мне бан на месяц продлили, и я такой, ёб твою мать. А почему? Я как тесак, блядь, алло, я же говорю, типа. Только отсидел, блядь, он такой, да иди нахуй, на тебе еще один встак. И ты такой месяц сидишь, блядь, бля, балдёж. И чё, онлайн сильно падает после такого? Да, блядь, ну, конечно, онлайн не падает. Потому что просто, когда... знаешь, я могу сравнить такое только, вот у меня был порно-сайт. Чё? И он прям был первый по своему названию, по запросу, порно-наруто, но это очень давно было. И он был первый и в Гугле, и в Яндексе, очень много трафика приходило. И когда меня... хостинг забанил, и я буквально за 2 недели вылетел, даже меньше, за неделю я вылетел из поиска. Просто меня не было, я переехал на новый хостинг, и только тогда он там... Но ты смотри, типа, текучка порно-сайтов, она очень гигантская, блядь, это правда. А текучка порно-сайтов, это когда один отваливается, взлетает другой. Блядь, ну я, например, помню еще сайт, который назывался Geekporno, потом появился Дойки. Потом появился Дойки. После того, как Geekporno отвалился, типа, по-нормальному, там, блядь, Дойки отвалились баном, типа, РКНом. Очень, очень обидел. Сейчас Король... Недели нет, и все. Сейчас Король, знаешь кто? 365-й сейчас Король, блядь, у нас в России. 24 видео. Да не, это все хуйня второсортная. Вот, я говорю, я 365-й смотрел, знаешь почему? Я один раз просто мемасы оттуда черпал, я думаю, блядь, какой там гений сидит, он же... описывает, блядь. Простачок из Новосибирска отъебал, блядь. Под Балтику 9, блядь, свою мачеху, блядь. Давай орать, блядь, с этого.